Всем привет, друзья! Сегодня готовлю очень вкусный и простой салат из свеклы. Отваренную морковь нарезаем тонкой соломкой. Также тонкой соломкой нарезаем 3 маринованных огурца. Лук нарезаем четверть кольцами. Отваренную до готовности свеклу нарезаем тонкой соломкой. Мелко нарезаем пол пучка укропа. Отправляем в миску морковь, огурцы, лук, свеклу и укроп. Приготовим соус. Смешиваем 3 столовые ложки нерафинированного растительного масла, 1 столовую ложку лимонного сока, 1 чайную ложку французской горчицы в зернах, соль по вкусу и щепотку сахара. Заливаем соусом овощи, перемешиваем. Салат готов, подаем к столу. Салат готовится легко, быстро и просто, получается вкусным и съедается с удовольствием. А вам я желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием, пока-пока.